Забраться в крутую гору, преодолеть гигантские качели и прочувствовать все прелести езды по бездорожью на автомобилях, которые легко справляются с любыми препятствиями. Все это стало возможным для гостей тест-драйва автомобиля Land Rover. Для этого организаторы подготовили специальную площадку. На трассе, пройдя 9 этапов, участники тест-драйва смогли опробовать 5 моделей внедорожников. Ведь именно на пересеченной местности можно по достоинству оценить возможности автомобиля. Сегодня замечательный день и отличная возможность опробовать характеристики автомобиля Land Rover, которые трудно оценить в автосалоне или на дороге общего пользования. Такие мероприятия очень важны и нужны как для любого автосалона, так и для клиентов. И очень здорово, что компания Modus проводит их регулярно. А нашей команде Pilot GT всегда очень интересно сотрудничать с этой легендарной автомобильной маркой. Участники управляли автомобилями под руководством профессиональных инструкторов, спортсменов команды Pilot GT, которые обеспечивали безопасность тест-драйва. Желающих сесть за руль внедорожников Land Rover оказалось немало. Эмоции от езды только положительные. Особенно меня впечатлил, во-первых, вот там вот где радиус поворота, когда машина в серьезном наклоне, такое серьезное ощущение, думаешь, сейчас вот-вот перевернется. Но и подвеска хорошая, очень мягкая и комфортная, очень понравилось. Отличный вообще тест-драйв, спасибо большое организаторам. Можно увидеть наглядно и прочувствовать все возможности внедорожника такой замечательной марки Land Rover. Помимо самого тест-драйва, организаторы подготовили интересную развлекательную программу, фуршет, конкурсы и подарки. Пока одни делали снимки на память в фотозоне в стиле Лондон, другие мастерили блокноты и фоторамки с британской символикой. Для любителей хендмейда прошли мастер-классы по скраббукингу и декупажу. Участники тест-драйва не только оценили преимущества внедорожников, но и прекрасно провели время на свежем воздухе. А узнать еще больше об автомобилях Land Rover можно в дилерском центре Modus, который находится на улице Кипарисова, 1. Телефон 290-11-90. Татьяна Нагорская, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.